сегодня продолжаем играть World War Heroes. И вышло новое обновление. Ух. На 500 мегабайт целых. 531, если быть точным. Нам добавили новую карту. Ну, как я в описании читал. Какие-то сравнения оружий. А можно затачивать оружие и броню. И новая валюта какая-то еще. Может, другой слышу. Ну, давай, давай, загружайся уже. И... Ламбумс! Так, ну что тут у нас? Опять трейлер. Золотишко. Так, что по трейлеру? Почему-то трейлеры они сразу в игре всегда выкладывают, а вот... В самом Play Market все старый трейлер. Карта неплохо выглядит, кстати. И оружие. Ну, это все донатное сейчас, как я понимаю. Вот эти вот все оружие. Новая валюта у нас для скинов сделана. Во, она вообще круто смотрит. Ну, это максимальный графон, как я помню, у них трейлер. В принципе, я на таком и играю, так что... Не знаю, если не будет лагать, можно на таком поиграть графику. Что-то они там с возрождениями переработали, что-то такое-то на двух картах. А, кровавая зима и Сталинград, по-моему. Что-то такое. Это ближний бой, но это тоже все нужно. Донатное. Все, что новое, все донатное обычно. Как же они долго делали, блин, это обновление, это капец. Даже не придумали новые, как бы, консольки World War Heroes. Ну, типа там же раньше разные делали. А, ну здесь тоже трали. Битва за Грецию. Мазон прикольный. Так, что тут нового-то, я не понял. Во. Как будто покрасивее стало, да, интерфейсик? Так, ну сейчас нам показывают будет на выпуске. Это рок музыка. Что? А, да, вот ваучер какой-то. Это новая валюта. Так, что тут у нас? А что, эта пушка теперь продается? Типа она была, но её нельзя было купить. Она выпадала из ящика. Какая-то странная музыка, не знаю. Не находится? А сравнение оружия что-то я не вижу. Как нам говорили. Типа бутерброд. И вот у нас для этой серии припасено несколько ящиков. Погнали. Это все из рулеточек прошлых. Какое-то фуфло. Ну и давай последний. Okay. О, уже это косарь. Больше косаря. Золото. Рулеточек нет. О. Как будто премиум по-другому выглядит. Стало. Ца, тут смотри. Русским что ли оставили возможность донатить в игре, не? Да нифига. Тут почему-то только вот грузовик остался. Самолет и там. Так, ну тут вот все было. Билетики. Батареи пока недоступны. Прикол. Так, ну тут баксики и золотишко. Короче, все как было, понятно. Так, насчет новой карты смотрим. А, ну, что я смотрю, тут нужно смотреть. Так, что-то я не вижу. Командный. А, вот он, Рейхстаг. Так, вот это вот все убираем, чтобы она нам с большим шансом выпала. Рейхстаг. Странное название, если честно. Хотя мы можем тупо сразу побегать, вот, и не париться. Ну, лады, попробуем его выбить. Вот он, нифига. Так. А где эту валюту вообще искать-то, я не понял. Так, насчет ближнего боя. Да, вот, за 4 косаря всегда. Почти 4 косаря. А вот, сравнение оружия. Да, вот, например,
то, что у меня, и вот эта вот штука. Прикол. А, можно еще меня. Ну, прикол. А вот это мне нравится, кстати. Вот это вот фича сравнения, вот это круто. А то, блин, сравнивать раньше было немножко сложно. Так, вот снайпак, например. И вот второй слот, не знаю, там, медик. Или там, не знаю. Смотри, где у нас этот пулеметчик? Шлёп. Макс, Макс. Это крутая штука, кстати, мне нравится. Так, ладно, что-то я затягиваю. Погнали, уже 6 минут. Есть! Сразу новая карта. Рейхстаг. Если мы сейчас что-то не поймем, просто зайдем в свою карту и будем там ходить изучать. Что да как. Ну или в следующем бэлике, не знаю, как получится. Если потом не затягивать. Так, запускайте меня. Так, ну вот, как бы мы начинаем. Вроде ничего нового. Ну, не считая того, что эта карта новая. Так, ну графон у нас максимальный, так что должно быть неплохо. Карта, кстати, не маленькая. Но она как, не знаю, кровавая зима. Ой, как лагает. Смотри, какой чудак. Вообще с одной тычки вырубаем. Прикол. Вон они там. Где-то вот отсюда вылезают. Что-то подлагивает, особенно когда враг виден. О, это огромный зал. О-о-о. Шлёп. То они вообще откуда? Вот так, что ли, бежат? Я пока нифига не понимаю, если честно. О, чувак. Ты подожди. А вот их тут двое. А, это топорика, зараз. Они где-то там спавнятся, походу. Потому что, смотрите, какое. Вообще не маленькое. Где они? Ну, вроде не так сильно лагает. Иди отсюда. Сейчас одно хп. Тикаем. Блин. Слепнули. О, где это я? Уже вниз нельзя? Ой, там вообще какая-то тьма. Непонятно. Вот здесь. Здесь только это прикол. Так, допустим. О, нифига. А, тут типа лестница провалилась. Допёрли всё-таки. А вот туда как попасть? Ну, я же вижу по карте, что там что-то есть. Или это типа... Не, подожди, а как туда попасть? Чего? Это просто так с помещения туда не попасть никак. Вот, я же вижу. Не, там чувак... Подожди, там чувак как-то прошел. Может, это как с экспрессом, если ты там заспавнился, ты можешь оттуда выйти, и все. То есть, ну, есть такая штука на экспрессе, короче. Там спавнишься за немца на пушке, и ты туда залезть не можешь. Если ты там заспавнился, ты можешь просто оттуда вылезти, и все. А если ты попытаешься залезть, то нифига. Вот, походу, там такая же тема. Во, ну тут прикольно все это выглядит. Скажем так, не зря мы ждали эту карту. Ну, я вообще не знаю, что нам новую карту добавят. Я думала, что они так тянут. А вот в итоге не зря они так тянули. Да, так. Да разорались тут. Так. Ой, здесь какая-то фигня непонятная. Обвалилось типа все. О, мины. Прикольно. Ящик такой прикольный выглядит. Так, а тут чего? Блин, столько коридоров. А еще, если посмотреть на карту, здесь столько сундуков с лутом, это вообще опять. Вот здесь, например. О, неплохо. Но я так близко по-новому. О, можно вот. Мы, кстати, выигрываем, а я не понимаю, где даже все. Воу! А вот это круто. Я что, топ-1? Фига, в нашей команде. Переработали вот эту штуку. Ой. Ой-ой-ой. Подлагивать начинаю.
Ну, не знаю, у меня без записи вообще не лагает с таким графоном. А вот когда врубаю запись, сразу все. Да вообще капец, тут потеряться можно. Просто хожу по каким-то залам непонятным. А где вообще все игроки, враги? Вот своих я вижу, бегают везде. Что-то я вообще не понимаю, где все игроки. О, там кто-то был. Шутеров у нас вообще никогда не было. ВВХ. Мы в папку залетали. О, они тут, походу, тусуются. Либо они тут спарнятся. Я вообще пока не набрался, где кто спарнится. Я хотел призрениться, потом увидел чувака и понял как-то. Вообще. Что-то какие-то вообще слабые игроки, конечно, я их с одной точки вырубаю. А, ну они, да, у нас слабаки какие-то против нас играют. Даже куда-нибудь сюда, не знаю, полазить тут можно. О! Оп. Дальше ей лезь. Дальше он не хочет лезть, смотри. А, нифига, вообще не хочет. Коробочка. Жалко, что здесь нет кнопки прыжка. Она бы пригодилась. Ну, не знаю, просто удобнее так. Бежишь, оп, прыгнул, чтобы тебя не увидеть. Ох, слушай, тут можно в прятки. Я придумал новый режим для игры. Еще ни с кем не тестировала, но мне кажется, должно быть весело. Напишите в комментах, хотите ли вы, чтобы мы поиграли в прятки в ВВХ. Объясню, что это за режим и как он работает. Только если наберете 10 лайков, мы снимем. Не знаю с кем, но обязательно снимем. Еще давно вообще не было роликов на канале. Ну как давно? Ну, денег не было. Хотя обычно я выпускаю LDG. Вот не знаю, просто особо нечего снимать уже. Оп. Пытаюсь что-то заснять, а нифига у меня приложение монтажа все равно вылетает, ничего не хочет делать. Поэтому я забиваю просто и удаляю. Не знаю, потом что снимать нормального. Можно ВВХ поснимать, можно пак, не знаю. Ладно. На этом мы будем заканчивать. Всем пока, с вами была я, Тымка.